Случилась оказия. Приехали подшипники от Фуши на весь мотор, на весь мотоцикл. И теперь я решил собрать двигатель планетовский. Вот нашел тут у меня три картера, три коленвала, три коробки. В общем, сами знаете, Бог любит троицу. Ну и как вы поняли, сейчас будем разбираться с виновником торжества, с посылкой. Достаем. Ух, вот содержимое. Последний тест-драйв из Юпитер 5 переходной, он же Уфимец, показал, что он плохо рулится, и дефектовка выявила нарушение подшипников рулевой колонки. То есть они вышли из строя. Это подшипники, коничка в рулевую. Ну и так, по-быренькому снова повторение мать учения. Или это мать учения, повторение. В общем, три подшипника на коленвал. Коленвал, коленвал. 304 держит коленвал от смещения, от осевого. На 2505 крутится коленвал. Так, 205 огромный подшипник. Это на звездочку заднего колеса. Эти подшипники рулевой колонки. Они у нас конические. Коничка. Так, 4 подшипника 203 колеса закрытые. 2 подшипника 203 открытые. Это у нас промежуточный вал коробки передач. 6004, но это 104 подшипник, это внешний барабан сцепления наружный. И 6204, это картер двигателя, первичный вал. Второй конец первичного вала заходит во вторичный вал и вращается уже во втулке вторичного вала. Вот такой вот наборчик от компании Фуши. Компании спасибо. А вам всем пока.